круглом зале горисполкома накануне прошел телемост «Брест-Москва-МКС». Школьники города над Бугом смогли в режиме онлайн пообщаться с космонавтами, находящимися на борту Международной космической станции, задать интересующие их вопросы. Разговор с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Анной Кикиной шел о работе на МКС и технологиях будущего. И ребята были настолько увлечены, что вместо запланированных 20 минут общения с космосом длилось полчаса. Очень отрадно, конечно, что Брест участвует в этом проекте. Бресту есть чем поделиться с москвичами. Я не сомневаюсь, что в недалеком будущем именно уже и белорусские космонавты смогут продолжить эту традицию такого культурного обмена между нашими детьми и будут презентовать снимки на орбите на Международной космической станции. Предыстория телемоста такова. В прошлом году в Бресте прошел один из этапов конкурса детских рисунков «Славные традиции истории братских народов России и Беларуси». Было отобрано более 20 работ, которые вместе с рисунками российских сверстников отправили на борт 67-й орбитальной экспедиции Международной космической станции. Во время телемоста «Россия-Беларусь. Космос объединяет поколения союзного государства» демонстрировались уже отобранные детские художественные работы, побывавшие в космосе. Авторы рисунков рассказали, что их вдохновило. Захотелось тоже поучаствовать, как бы интересная тема, и вообще на самом деле я не ожидала, что я попаду, что я мою работу попаду в космос, но очень приятно. Я рисовала, получается, статую «Родина мать зовет», вокруг нее были цветы и георгиевская лента. Данная статуя, знаете, она такая, ну, очень мужественная, она олицетворяет, что наш народ очень стойкий и готов на все ради защиты всего родного своего. В завершении телемоста в Московском музее космонавтики было подписано соглашение о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере между Брестом и Москвой. Со стороны города над Бугом подпись под документом поставила начальник отдела культуры горисполкома Светлана Семашко. Уникальный прямой эфир еще раз доказывает важность сохранения крепких дружеских связей между Россией и Беларусью.